Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом пасты фетучини с грибами с курицей. Аппетитное и несложное приготовление блюда. На разогретую сковородку наливаем масло и будем жарить курицу. Добавляем мелко нарезанный лук, шампиньоны, щепотка соли и будем жарить до готовности на среднем огне. Базилик, сливки, добавляем отварную лапшу. Подойдет любая лапша твердых сортов. Тертый сыр. И держим на огне, пока не загустеет. Паста у нас готова. Если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь на наш канал. Оставьте комментарии, поделитесь с друзьями. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Приятного аппетита!